Теперь я медведь. Вон как. Ой, у меня даже берлоги нет, я какой-то бомж-медведь. Кто медведь? Я медведь. Чё? Подожди, Ванька теперь получается медведь белый. Ванитра! Ты наблюдательный. Я знаю место, спот, где он нас никогда не найдет. Да? Давай. Да. Вот здесь вот. Мы уединимся с тобой здесь? Мы с тобой здесь уединимся в этих кустиках. Ёб твою мать, беги! Давай, Джоу! Десантируйся! Два хп будет ставдает. Салам и всем, друзья, меня зовут Иван, вы на канале 2 Hitpoint, и сегодня с нами Хелл. Здравствуйте, дамы и господа. И Барсук. Барсук, Барсук, привет, Барсук. А ты умеешь играть на гитаре? Барсук, голенько, голенько. Здравствуйте, здравствуйте. Это, ребят, два моих лучших друга и лучших ютубера, которые вообще существуют на всех порталах и на всех ютубах. И сегодня мы поиграем... Бывает. И сегодня мы поиграем в игру I Will Eat You. Это такого рода догонялка, где нужно просто развлекаться, просто смеяться, играть на гитаре и угорать. И сегодня мы, короче, посмотрим и протестим, потому что игра недавно вышла, и мы решили ее с ребятами протестить. Вот ребята уже... А как ты танцуешь? А как ты? Это кто? А я не знаю. На Б. Видал чего? А? Да, ты тут, кстати, на гитаре. Можно, в принципе, просто на гитарке играть. Давай, один играет, мы танцуем. А сколько здесь треков? Сыграй. Три, по-моему, должно быть. Раньше один был, они, да, добавили. Вот это мне больше всего нравится. Нет, там вот этот смешной. Еще раз. Какой-то порнухи был. Во-во-во-во. Так он меня прет вообще. Я, правда, танцую немножко не так. А медведь уже активирован, то есть он, получается, нет. Получил задание активировать? Нет, я сейчас нажму старт, я так понимаю, просто это лобби, типа лобби. 6 минут. И когда я нажму старт, одного из нас, наверное, кинет в медведя, так как нас всего трое. Так что, вы готовы? Как Ди Каприо, вы готовы, дети? В лошадь? Нет, медведя. Дети, готовы? Я готов. Барсук, ты готов? Ты можешь быть медведем? Ты Барсук готов лежать полгода в норе и сосать лапу с пробкой в жопе? Да этот медведь сейчас жопы выкусит, мы его раздерем просто. Да, давайте, короче, я буду медведем, начинаем. Да? Ну, сейчас посмотрим. Все, началось, погнали. Я человек, Я Барсук. Там нет Барсука, там медведь. Ты медведь? Хелл, это ты? Нет, ты человек, да, тоже? Мы типа на левую клавишу можем его отвлекать, приманивать и показывать друг другу. О, я слышу. Я тоже слышу. Я даже чую. Я пукнул, извините. Как же ты рычишь? Я слышал этот рык. Так. Блин, а я знал только одну карту, а вот эту не знаю, где спавнится медведь, он должен быть в пещере какой-то, наверное. Хелл, а ты где? А ну-ка, помаши мне. Эй! А, вот он. Барсук, ты слышишь, мы тебе играем? А мне надо на вас бежать? Ну, тебе надо нас поймать, да. Так, здесь... Тебе нужно нас ухайндовать! Ой, смотри, смотри, я, короче, играю и что-то... Ох ты! Ох ты! Валим! Валим, Хелл, валим! Это что это? Кто это жжет? Это ты! Что это происходит? Это озвучка медведя? Нет, нет, это твоя. Или моя. Это я так озвучиваю? Красиво, я такой красивый голос никогда в жизни не имел. А, тут прыгать даже можно. Тихо, 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 тихо. А, ну это обилка, это обилка. Ты чихаешь? Барсук, отвали от меня, Барсук, Барсук. А я чихнул, и что-то произошло. Ну, типа, ты оставил облако и дезориентировал медведя. Здесь есть ускорялка! Да-да-да-да, на ку, на ку. Что у них опять такой большой. Кто тут ушманил? Ребята, Барсук, это ты? Да-да-да-да. Валим, валим, он там, валим. Теперь я медведь. Вон как. Ой, у меня даже берлоги нет, я какой-то бомж-медведь. Кто медведь? Я медведь. Подожди, Ванька теперь получается медведь белый. Ты наблюдательный. Да, он нас никогда не найдет. Я знаю место. Я знаю место, спот, где он нас никогда не найдет. Да? Давай. Да. Вот здесь вот. Мы уединимся с тобой здесь. Мы с тобой здесь уединимся в этих кустиках. Ёб твою мать, беги! Давай, Джоу! Десантируйся! Я кого-то... Заяц. Кого-то холестанул. Серьезно, ты убил... Ну, походу, того единственного, кого я... Теперь он всего лишь заяц. Заяц вонючий почему-то. Ты что, нюхаешь зайца? Да, я знаток. Знаток.
У меня была такая история, мы сидим, короче, на хате, чилим, девки, короче, а у них кролик был, прикиньте, они вот такие, что-то тиску-тиску, там, пожрал недавно, я говорю, ой, говорю, не к добру вы все это делать, они его оставили, короче, на кровать, и он насрал им. Я думал, он расскажет историю, типа, как у Алисы зазеркали, сидел, за столом был кролик, кот чеширский. Да нет, есть. И тот тоже насрал. Джонни Депп. Ну, дело было не в этом. Ты где, ты позови меня, что ли? Позови меня с собой. Поиграй на гитарке там. Я приду, Пёрни, сквозь что ночи. Ночи. Я стану... Ну, так, хватит, зашквар. Как, это Айла Борисовна, между прочим. Да, это она. Она фильм недавно выпустила. Кого? Целую фильм? Киноленту. Уго. Она же... Тихо, я слышу. Я слышу. Я иду. Не знаю. Я иду. Плюс, ну, что-то ноль было. Плюс один. Свидание, прощайте. Ты не уйдешь от меня. Неужто это два верных преследователя? Голя. Туби пизда. Блин, давай. Опа! Сюда. Нет, он все-таки меня каким-то образом задел. Так, сейчас по закону этой судьбы вселенной должен быть... Типа ты, да. Должен быть медведь. Так, все собрали награду? Да. Все, нажимаем. Я собрал С. С я нажал, а, да. Типа, а, ничего себе. Я правда не знаю, зачем нужна экспа там, чтобы персонажей новых разблачивать. Я думаю, тут еще будут ее фиксить. То есть, да, разблачивать. Конечно, да хуев там, конечно же, я не медведь. А кто медведь? И я не медведь. А кто? Я не медведь. В смысле? Ах ты жучара. Тут еще присоединяюсь. Где вы, ребята? Нет, настроя. Ребята, где вы? Слушай, а, наверное, так и предусмотрено, что по очереди будет не рандомно, а по очереди раскидывает. Я логично. Слышу. Я что? Иду, я чую. А может потом еще кому-нибудь на сирак забуриться? Типа, да. Желательно каким-то таким же. Бартук, иди, потанцуй со мной. Давай. Танцуй со мной. Танцуй, пока молодой. Мальчик, танцуй, пока молодой. Это немножко не в этот. Мальчик. Да не так нечестно, у вас ускорение есть. Там не как ускорение. Да, оно ускорение, оно один раз за всю катку. Да? Ну там да, у нее откат, конечно, такой. Или это откат дикий. Вот опять. Зашманил. А я вас просил, ребята, я же простил, я не люблю, когда форточка открыта. Фасоль была не свежая. Вот это. Знаете, это донат можно поставить, классно будет. Песня? Да. Да, почему? Ну или вообще танцующего этого чувака, его как надо заснять и поставить. Ну, а здесь... Хотя бы музыку бы сделать. Барсук, спасибо, кстати, за донат вчерашний. У меня сегодня... Я прям позавтракал сегодня с утра, да. А то обычно не завтракал. Я позавтракал этими... этой купюрой. Купюрой. Виртуальный. Я застрял на колышке. Блин. Бывает же такое, а? Вот 100 рублей кидать, такая музыка играет, будет беру. Ну да, норм. Ну она есть, а вот остальные, я не знаю, они, наверное, в файлах игры, получается, будут, нет? Да. Нихера, а почему ты через ограду можешь перелезать? А вот так вот. А это медведь-гимнаст. Знаете что? Я медведь-прыгун ебун, извините. А впрочем, хуй с вами. Ой, в принципе, извините. А подожди, мы лайку должны найти? Было лайку? Балалайку? Вы заодно, что ли? А вы кто? Вы заодно. Нихера он сносит лестницу, негодяй. Я рыбу. Деды строили? Да. О, слышу. А мне просто... Не, прикольная мелодия, но побольше бы. Барсук, вот он здесь, повернись направо. Почему у тебя медведь прикошенный? Будьте здоровы. А мне просто достаточно коснуться, типа, или чё? Ну, ударить. Беги за ним, Хелл, я вижу тебя, но не вижу его. Так, Хелл, ты меня палишь, короче, да? Я преследую, я палю его, пожалуйста, вот он. Ты ушастый предатель, ушастый предатель. Хватай за бубенцы! Не трогай мои бубенцы. Ах ты, ё. А деньги на что тратятся? Ну, я говорю, там новых персонажей покупать, там карты открывать. Сейчас можем посмотреть. На шлюшек шмар? На них тоже. На шлюши. Они принимают голду? Извините, денег нет, есть вот от игры. Бабосики. Зуябиза, мне нравится. Это медведь медленный, нет? Кто медведь, ребят? Кто медведь? А давайте это будет тайна. А где вы? Подожди, Барсух, я иду к тебе. Где ты? Я боюсь. Давай мы сыграем, Игдаль.
Танцуй. Сейчас. Охренел, что да ли? Да не это? То, нет, беги. Да почему? Тут нет прохода, она. Кто бежит? Назови свое имя! Почему я не могу никого ударить? Ржешь надо мной? На! Ай! Ну, превратился в крольчатину. Что ты делаешь? Wasted! Крольчатинка. Ай, ну я не успел, как я не успел. Просто изи каточка, понимаешь? Вошел и быстренько отымел. Ворвался и отымел. Ну ладно. С двух ног, так сказать. Хоть ну что? Что? Я нажимаю играть. Ой, ты что такой? Призрак? Нифига себе. Ну что, приветик. Тебе букетик. Ой, нас четверо, нихера себе. Я вообще, знаете, что сделал бы? Можно, например, играть за зайцев тоже. Например, срать, а на этом какашке можно поскользнуться медведем. Так, разработчики игры, примите, пожалуйста, во внимание эту идею. По-моему, она... Имплементируйте. Да, по-моему, она очень... Имеет право на существование и очень... Ну ладно, можно не говно. А что, блеванул заяц? Кролики, братцы кролики, давайте. Мы ж в эфире. Выслеживайте, вы хищники, или кто? Или так и всю жизнь будете? Я тебе серьезно, пока вас леса будет иметь. Буду, да. Ну как ты и учил, расслабляться и получать удовольствие, если не избежать ситуации. Лисичкин хвост? Я понял, это путь. Лисичкин хвост. Ролики, ну давайте, будьте моими сексотами. Подожди, а я думал, когда вы говорили про лисичкин хвост, знаете, толкинисты носят на плече такой вот хвост меховой. В кожанке ходят, вот, я думал, вы про него. А вы, оказывается, не про него. С пробочкой. Да без пробочки, нет, а там пробочки никакой. Ничего плохого, пробочки. Ничего, наверное. Лисичкин хвост будет использовать девушка. Чего он не дает? Слушай, какой-то про прям прячется, я хер знает. Это какой-то действительно вообще негодяй. Я слышу его. Где? На возвышенности стоит церковь. Там играет музыка. Да. У тебя вот эта билка, она что-то делает, она, говорю, сканит локацию. А что она делает? Она дала мне достижение, что я зверь. Ну я так и знаю, что я зверь, я по жизни зверюга. Потому что ты когда рычал, по карте прошла такая волна красная, как будто ты отсканировал, не знаю, помещение. Да хуй там я отсканировал. Я ну, просто значит, получил достижение. Ну ладно. Кажется, ухало бомбит просто. Да что за жопа, ребят, с вами хорошо, ладно, играть, вас раскатывать вообще в одно удовольствие. Mm-hmm. Блины. А мы поддаемся просто. Знаешь? Ну да. Ты сейчас кролики, давайте, вы сексоты или вы кто? Да мы бегаем в своей скорости. О, не слышу. Справа. Я не вижу, я не слышу. Он за памятником? Нет. Ух. Он вообще с забором где-то. Блять, он за пашной. За пашной? С Фигаром. Где это Фигаро, блять? Он тебя пытается натренировать. Я смерть вижу. Да я уже сейчас смотри, свою смерть. Смотри, накинет сейчас ошейник на тебя, и все, будешь выгуливать. Выгуль тебя два раза в день. Люди нажми победили. Цель. Вот он! Бей его! Да, что, победили, ты? Когда время кончилось. А он знал. Он протянул время. Так. Зараза. Потому что он прокачанный. У него первый уровень. Он посмеялся надо мной, гад! Бессовестный. Ну может это реально разраб? Наверное. Ну в натуре они прокачаны, у них разная одежда. Говно, это из разряда говна, знаменитого говна, который не тонет, блин. Давайте махать друг другу. Блин, давайте держаться вместе, пожалуйста, не страшно. Опять то медведь. Не знаю. Давайте поиграем на гитаре. Барсучевский? Давай ты не будешь играть на гитаре, мы так хорошо сидим уютно. Нет, я человек. Она страшнее, между прочим, помнишь, чем та страшилка, в которую мы играли, где там какая-то хрень за нами летала. Да. Во что вы играли? Блять, он идет сюда, он будто чует мой страх. А это ты, Хэл, в кустах сидишь? Да. Нет! Блять, ну вот ты серьезно? Как он нас понял? У меня первый, я сидел, у меня невозможно было просто. Я тебя видел, я тебя видел. А вы зачем сказали, он идет к нам в кусты, он идет на. Я тебя сразу так увидел. Так это был ты! Да, это предатель! Был, да? Ты предатель! Ну, нет, ну я не предатель. Мы думали, этот чувак-разработчик. Ах, вот ты какой, я сейчас буду тебя зайцем. Залезу тебе в задний проход. Нет, не надо лезть мне за. И вытащу твои кишки наружу. А вы знали, что медведь назад ходить не может? Вот я могу только вперед бегать, назад не могу. А, я думал, ты имеешь в виду в реальности. А заяц может. Ну, музон крутой, мне нравится. Да, музыка, спасибо, 5. Ой, я застрял. Честно. Еще бы чуть-чуть графончик подкрутить бы, вообще было. А это, между прочим, Unreal Engine.
Да, она нормальная, у тебя монитор квадратный просто. Можно просто врываться, Вы будете мне помогать? Мы же вам помогаем. Хелл, помоги мне, или кого я там убил? Да, Хелл. Ага, ты меня вообще тоже убил. Мы с Хеллом там ничего такого. Я двоих вас хлестану? Ничего такого, но обидно. А чем вы там непотребствами занимались? Вот, иди на меня, налево, налево, налево. Вот он бегает, вот эта мразь, Ваня, вон она. Вижу, вижу, вижу. Перепрыгивай. Ну я не могу через забор перепрыгивать, ну е-мое. Я не могу, у меня жила. Вот он стоит, он с тобой играется. Я он, сука, купил игру за 50 рублей и играется, для того, чтобы бедных русских парней. Или сколько у вас будет? Час ролик идти? Да нет, нет, ну нарежу. Вот. А, нарежем, да ладно. Нарежу, да. Хуйню всякую нет? Вырежу. Типа вот, понял. Когда Ваня говорит хуйня, я вырежу. Наверное. Ванечка, он здесь, за внешним контуром. Совершенно в другой, я тебя не вижу. Я тоже. А что такое внешний контур? А, вот, я его вижу, я его вижу. Блин, он... Вот он, вот он, вот он, я преследую, веду преследование. Давай, мигалку включай. Блин, потерял, я выбежал из церкви и потерял его. А барсук просто развлекается, у него душа, понимаешь? Чувствует свободу, он просто туда-сюда. У меня душа барсучья, да, она легкая такая, типа. Внешность сучья, душа барсучья. Ах ты негодяй! Это было круто. Святого человека. Какой святой человек? Ну прикольно, рифм прикольный. Да я, блин, ну да, да, да. Он внутри, в внутреннем круге, ну где церковь? Да я только оттуда выбежал. А во время игры они могут зайти или могут просто... Ну пока мы в лобби, они могут законнектиться, да. А, то есть у тебя лобби, и они просто подсасываются сюда. Да, но мы вот сейчас мы находимся в лобби. А смотри, это... зашли, потому что я вижу трех выживающих. Все нет, в лобби. Нет, мы трое, ну, только мы здесь. Втроем, да. А можно в церковь зайти помолиться? У меня глаз дергается. Не знаю. А тебя пускают в церковь? Нет, я когда подхожу, у меня глаз дергается. В церкви как-то начинаю рычать, да. Ладно, короче, начинаем тогда. Тишина, спокойствие. Закрываешь глаза и представляешь, что ты... Чёрнул. Поль. Я же не говорил глубоко. Глубоко, да, глубоко вдыхаешь. Нет, подождите. Закрываешь глаза, прислушиваешься к этой музыке. Птичка поёт. Вы затрахали поиграть на гитаре, что ли? Ну, наконец-то. Опа, кто это у нас здесь? 26 года! Ну это нечестно. Касания, пробития не было. Было. Я не чувствую, что моя задница порвана. Моя чувствую. Посмотри на нее в зеркале. Раздвинь, наклонись. Смотрели братья из Гринсби, там такой типа, у меня очко нормально? Он такой, пойдет. А у него такая там хуйня. О, все, я готов. Значит, он медведь. Значит, он медведь. Слушай, а чего у меня игра при записи тормозит? Нет ни у кого такой проблемы? Нет. Ну, я не записываю. У тебя, наверное, комп слабый, так сказать. Здрасте. Не вывозит эту... Здрасте, RDR 2 вывозит? Да, а и вылыти не вывозит. Куй! Здесь три игры от игрока с никнеймом Куй. Нет, я пока не создал. Это не я, это самозванец. Вот карта хорошая, давай. Я назад нажал вместо создать, блядь. Вот сосок появился, это кто? Нет, вы же знаете, какой у меня ник. О, я вижу Хелла. Хелл! Хелл! Ну играй, ну чё ты? Я ж танцую. А, извините, я... Во, подходит. Я отвлёкся. О, подсоединяюсь, прикинь. О! Нет. Запахло барсучиной, запахло, я чувствую. Иди к нам на тусу. Иду! А что, ты где? Блин, карта реально громадная какая-то вообще. Мне кажется, здесь медведь сейчас это обосрётся, никого не найдет. Я почти так же. Хоть бы не был медведем, Да ёб твою мать, спросил же. О, я знаю, кто медведь. А я причём панда, я панда. Да ладно. А здесь, наверное, на каждую карту свой медведь. А, ну правильно, это же типа восточная карта, поэтому ты панда. А, прикольно сделали, слушай. Бля, в натуре. А я за какого-то персонажа другого. Хера меня заносит, как не соспит просто зайца. Ёбаный свет! До свидания, блядь! Я эту суку снял! Да ладно. Убил его? Да. Красавчик. А нехуй было играться. Играться с дядей Хульвой. Барсук, теперь барсучонок, барсученик. А я не скажу. Да куда ты убегаешь-то, барсук, остановись! Я хочу выехать, я хочу! Надо мансить. Ты какой есть? Мимо?
Отстань. Не-не, там далеко было. Блядь, кролик. 12 секунд. 9. 7. 6. 5. Пробел нажимай. 4. 3. 2. 1. Да херушки, херушки, херушки. Ну, знаешь, как это тяжело было? Блин? Это очень тяжело было, да. Да ладно, очень тяжело. Он ждал, что он меня, можно сказать, почти до куканчики. Вот. Больше не хочу. Такая, короче, игра. Как вам, ребята, понравилось, не понравилось? Ну, конечно. Ну, вот 5 из 5, конечно. Ну, Хэл не понравился, потому что он все время проигрывал. Панды, они вообще такие... В смысле, я сейчас выиграл? Да. Здесь по-другому считается. Выигрывает тот, кто... Как я. Ну ладно. Ну да. Короче, вот такая вот игра, ребят. Пишите, как вам понравилось, не понравилось. Ставьте нравится, и игрушку будут разрабатывать дальше. Будут пилить обновления, патчи, баги. Вот так вот. А мы сегодня играли с... Пилить баги. Баги тоже будут, конечно. Поддержите, чё? Ну, типа, чё, жалко, что ли? Чё, жалко, действительно. Вот. А мы сегодня играли с Хеллом. Спасибо, ребята, привет. Подписывайтесь на этого замечательного человека и с Барсуком. Здравствуйте, здравствуйте. А, до свидания. Дуже, до свидания. Здравствуйте. Подписывайтесь на этих ребят, подписывайтесь на меня, ставьте нравится и до встречи в следующих видосах. Счастливо.